мама в припадке, папа в припадке, все, мы, наконец, дружная семья. Вот. А до этого непонятно вообще, где была эмоциональная связь, взаимосвязь. То есть, если вы даете, вы понимаете, что ребенок вам устраивает истерики, потому что он хочет вашего эмоционального вовлечения, дайте ему эмоциональное вовлечение в течение дня другими способами, чтобы он знал, что вы на него, что он для вас не вот этот вот предмет, который вы переставляете по графику из места к месту, понимаете, а что он, вы как-то с ним вообще находитесь в эмоциональном контакте. Лучше с ребенком выходить на эмоциональный контакт, пока он еще его электростанция, вот эта атомная, не пришла в фазу взрыва первого, второго, третьего, четвертого реактора.